Я не думаю, что Навальный до того опустился, что таким образом пиарил свою фигуру. Он за последнее время стал достаточно, особенно после выборов в Госдуму, то есть на пост губернатора Москвы, стал достаточно известной фигурой, и такой ему пиар не нужен. Это, скорее всего, акции устраивают его противники. Наверное, чтобы вывести из равновесия, наверное, для того, чтобы он не участвовал в предвыборной борьбе, которая будет в скором времени в Госдуме. И я думаю, то, что они делают, наоборот, это они его пиарят. То есть имя его все время на слуху. Каждый день могут что-то услышать от Навального. То против него возбуждается, вернее, ведется проверка, совершал он ли какие-то противоправные экономические действия, там, запросы в банки и так далее, то проверяет его на предмет каких-то финансовых махинаций и так далее. То есть волей-неволей его делают я. А кто это делает, ну, остается только догадываться. Потому что прямых доказательств у нас нет, а так как нет прямых доказательств, пальцем против кого-то очень трудно. С учетом того, что какие разногласия есть, несистемные оппозиции, то есть то, что они не договорились с бывшим премьером о том, что выступить единым фронтом и так далее. То есть какие-то разногласия есть. Но среди оппозиции, я думаю, его популярность более увеличивается, когда он все время не слышит. Показывает то, что он что-то делает, что не нравится официальным властям и так далее. То есть его рейтинг повышается.